Слава Украине, героям слава. Ребята, уточнение по острову Змеино и по вчерашним нашим атакам на него. И вот что на самом деле произошло. Я вам вчера рассказал, что там мы прикондропупили катерок. Ну как катерок? Это десантный катер, которых в бассейне Черноморского флота, Черного моря, у Черноморского флота. Их всего две штуки были. Вот, собственно говоря, один из них тю-тю. Значит, это класс «Серна», который в состоянии нести либо же один танк, либо два БМП, либо роту солдат, либо как-то вот это комбинировать и так далее. Это большая посудина 25-метровая. Вот, то есть у нас на телеграм-канале ссылочка снизу, есть видео на это все дело. Но это, оказывается, было только начало. А потом было продолжение этого всего дела. Значит, после этого бронекатера, после этого катера, скажем так, высадки десанта, наши раздолбали еще два бронекатера с Байрактаром. Опять-таки, значит, было уничтожено еще два раптора. Я не знаю, сколько у них там этих рапторов осталось. Вот, но вчера еще два отправились на... Там, видимо, очень скучно крейсеру «Москва». Вот они, собственно говоря, к нему и пошли, чтобы якось его там разрадити. То есть, был уничтожен не один корабль, а три за вчерашний день вместе с экипажем. Но этого, опять-таки, нашим показалось мало. И та самая авиация, о полном уничтожении которой несколько раз докладывал дурак Коношенков по российскому телевидению. Он уже рассказывал, как мы, говорит, эту всю авиацию, говорит, у них снесли. И ПВО, мы, говорит, все снесли. И все, мы, говорит, снесли. Ну, вот, значит, а тогда я не знаю, кто это. Тогда это были дикие гуси. Вот, в таком, значит, случае прилетело два диких гуся под названием Су-27 украинских военно-воздушных сил и разнесли все, что осталось на Змеином. Там 46,2 у рашистов и полностью уничтожена под ноль вся инфраструктура, там не осталось ничего. Там вот как была скала до в свое время. Вот так там и есть скала. И ничего на ней больше. Надо еще сказать, что на вот этой «Серне», которую уничтожили, видео у нас есть. И, кстати, видео на нашем же телеграме тоже, там же снизу ссылочка. Есть того, как наши Су-27 разнесли вообще в хламину этот змеиный. Значит, это один момент. А второй момент, что там разнесли еще, был там на этой «Серне», они же приволокли туда ЗРК «Тор», чтобы сделать там ПВО на Змеином. Ну, ни ПВО нету, ни «Тора» нету, ни личного состава нету, ничего нету. Наши Су-27 вчера отработали просто красавчики. Вот. Коношенков там на Москве чухает репу и говорит, какие же я глупости говорил. Хотя у него нету ни чести, ни совести у этого чудика. Он как рассказывал в гостях у сказки, так и рассказывает. Как лоховатые путлеровские эти отряды Путина, как они там, как слушали его, открыв свою варежку, распахнув ее. Так они и продолжают его слушать. Слава Украине!